с вами Андрей Бугагамен. И сегодня я сделаю обзор французские машинки. Ну, они тут не все французские, конечно, Ford американская. И... А, нет, Citroёn французская. И Chevrolet американская, да. Но я эти машинки купил во Франции. По очень привлекательной цене. 1 евро. И в основном эти машинки для гонок или для ралли. Итак, переходим к машинкам. Первое это у нас будет Peugeot 208. Для ралли. Вот, смотрите. Total. 208. И зад. Красивая машинка. Мне очень нравится. Следующее у нас будет Renault Twizy. Да, это я тоже купила во Франции. Полицейская Renault Twizy. Электромобиль. Такая она маленькая. Следующее это у нас Ford Fiesta ST F17. Это у нас тоже для ралли. Вот, Абу Даби здесь написано на капоте. Ford Castrol Edge. Абу Даби. Следующее. Renault Megane RS. От компании Renault Sport. Номер 7. Это Chevrolet Cobalt для гонок. По трассе уже, не ралли. Следующая моя любимая машинка это Citroën. Вот фиолетовый, белый и черный. Riva ADAC 15. Ну и чуть разбило стекло. Видимо, переучаствовалась в ралли. Peugeot 2010. Вот у нее номер 201. Вот у нее номер 2010. Total. Мне кажется, это машинка, которая болельщиков. Которая болеет за Peugeot. Ну и заключительная наша машинка. Это Peugeot выпустила новую модель для участия в гонок. Это Peugeot 308 Red Bull. Мне она очень нравится, особенно ее спойлер. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите новые видео. Пока!